продолжает единый заказчик сдавать дома в городе Мариуполе. Продолжаем восстановление. Вот. Мы сегодня еще вручили ключи, очередные ключи. Всего в этом микрорайоне выдано 473 ключа. Выдано, будет построено 830 квартир здесь, в этом микрорайоне. Вот. Мы на сегодняшний момент 6 домов введено в эксплуатацию. И еще 3 дома должно быть введено в эксплуатацию до конца этого месяца. Впечатление отличной квартиры. Хорошие квартиры, да. Большие, кухня большая. Мечта любой хозяйки. Классная, светлая, большая. Все, и деткам, все, двор хороший, все, в квартире хорошо. Ну что могу сказать, спасибо Путину, что не забыл за нас. Ну и всем хлопцам, что воюют, отстаивают. Нет, ну комнатная квартира на втором этаже. Квартира хорошая, теплая, мне очень понравилась. Такую я одна, какой у меня была двухкомнатная, мне дали. Все очень мне понравилось. Все как мне надо было.